Ивановский районный суд вновь наказал ИПК, компанию по производству полимерной пленки. Предприятие располагается в непосредственной близости от жилых домов в местечке Булино. Жители несколько лет жаловались на удушающий запах сжженной пластмассы, но пробы, взятые специалистами, не показывали превышения норм. В декабре экспертиза выявила, что в пробах воздуха содержится не указанный в документации формальдегид. Тогда суд приостановил деятельность компании на 30 дней. Еще один суд в марте этого года согласился с тем, что в структуре выброса предприятия есть загрязняющие вещества. Директор компании и само ООО признаны виновными и привлечены к административной ответственности в виде штрафа 180 тысяч рублей для юридического лица и еще 40 тысяч для должностного. Между тем, деятельность компании суд не приостановил.